Всем привет, друзья! Сегодня к нам в ремонт приехал вот такой садовый насос, у которого из названия только аббревиатура из букв. Видим, что он изготовлен для Леруа Мерлен. Ну, первый осмотр нам показывает, что, ну, как минимум, из строя вышел манометр. Сейчас будем подключать его к стенду, смотреть, что с ним не так. Подключили к сети. Слышим, что насос у нас не крутит вообще. Значит, к стенду подключать рано. Сейчас будем смотреть, что с двигателем. Сняли крышку вентилятора, и двигатель не проворачивается вообще. Сейчас будем снимать корпус насоса. Здесь мы видим, что у нас диффузор приплавился к крыльчатке. Здесь вот прекрасно видно, что у нас произошло оплавление. Была работа по сухому ходу без воды. Вот так это видно, что пластик прикипел, приплавился. Что происходит с насосом, когда он работает без воды. Ну и проверяем сам двигатель на напряжение. Пока в норме. Значит, подобрали мы новый диффузор и подобрали новую крыльчаточку. Сейчас будем устанавливать, запускать, проверять. Судя по всему, крыльчаточку здесь уже меняли до нас, потому что шпонка здесь болтается, не родная шпоночка стоит. Подключаем к сети, проверяем. Работает отлично. Значит, устанавливаем новый манометр. Подключаем к стенду и проверяем. Также перед запуском на стенде проверяем давление в баке. Подключили насос к стенду, запускаем. Проток шикарный. Сейчас перекрываем кран и на давление смотрим. Как указано на автоматике, должен отключаться 2,6 бар. Два и шесть достиг, не отключается. 2,8 не отключается. 3 он уже не натягивает. О, на троечке отключился. Сейчас отрегулируем, чтобы отключался на 2,6 и будет работать. Параметры отключения отрегулировали. И 6, как с завода. Теперь открываем кран и смотрим параметры включения. Один и два. Все как на автоматике. Наш знак качества, как всегда, присутствует, а ваш насос готов к выдаче. Let's just prime.